придерживайтесь, контролируйте перевозчиков. Опять же, я так понимаю, что все здесь присутствующие являются активными пользователями и сети интернет, и способны сфотографировать и отправлять. Ситуации, когда перевозчик не приезжает, либо приезжает с опозданием. По поводу семерки хочу сказать, я часто возвращаюсь именно на 7-м маршруте вечером с работы. И получается так, что к муниципальному, опять-таки, заметьте, нет никаких претензий. Он ходит в дождь, снег, град, он всегда будет. Зато коммерческий перевозчик приезжает, во-первых, отстаивает на остановке от 10 до 15 минут и трогается, либо когда нос муниципального показывается из-за поворота на вокзале, либо за 5 минут до его прибытия. У вас муниципальный никогда не будет рентабельным. У меня родили.